Да, Татьяна, здравствуйте, Анна Викторовна. Расскажите, пожалуйста, действительно ли ваше предприятие сейчас простаивает, как давно и как это сказывается на сотрудниках? Потому что под вашим началом работает почти 2000 человек. Ежегодно предприятие находится в плановом коллективном отпуске, во время которого происходит и техническое обслуживание оборудования, и подготовка к следующему отопительному сезону. Ну и, конечно же, людям тоже нужно отдохнуть. Часть работников были направлены кто-то на день, кто-то на два, кто-то на три, да, в производственный дополнительный отпуск, который оплачивается, да, действительно, по 2/3 тарифной ставки. Но это не означает, что люди потеряют свой средний заработок. То есть позже, да, они получат эти деньги? В настоящий момент уже подписано губернатором Станиславом Сергеевичем постановление, в рамках которого работодатель, который создает рабочие места для работников, находящихся в режиме работы неполного времени, субсидия в размере 3 минимальных размеров оплаты труда и средства на организацию рабочего места. На сегодняшний день ваше предприятие уже начало работу или по-прежнему простаивает? С 11 числа уже все производства будут работать, все производственные цеха. С сегодняшнего дня уже начинается поэтапный запуск производства. Необходимое сырье для запуска, для начала работы мы уже получили. Как прошли переговоры в Узбекистане, расскажите. Поездка была очень результативная. Коллеги из Узбекистана нам подтвердили необходимый объем поставки пряжи для работы всех текстильных производств Ивановского региона. Прогарантировали эти поставки на будущее. Ну и заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, удастся ли все-таки вот пройти этот трудный период, да, избежать увольнения, оставить коллектив в полном составе? Как вы будете действовать? Если по каким-то внешним обстоятельствам не будут задействованы в производстве определенные участки, люди, которые были заняты на этих участках, будут переключаться на другие работы. Есть понимание, где нужны эти трудовые ресурсы. А дальше, как говорится, выбор за каждым работником самостоятельно. Ясно. Все, спасибо большое, что пришли.